Тоже всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит, и сегодня постараемся победить короля мертвых. Так, ну для начала давайте переоденемся, чтобы мы не переодевались. Давайте все-таки вот так попробуем победить. Так, я все надеюсь, правильно сделал. Так, давайте посмотрим, всем, кому нравится видео, не забывайте ставить палец вверх, также подписываться на мой канал, кто не подписан. Так, ладно. Пробуем. Ты погоди у меня. Так, ага. Я начинаю отсюда. Случайно телепорт. Так, тут мне понадобится леталка. Давайте начнем с этого босса. Так. Где моя кувалда? Прыжок. Прыжок. Может немножко его побить? Пора уже действовать. Первая кровь. Спрячемся. Погоди, у меня. Первый зомби выползает. Сколько их, интересно, будет? И от этого тоже. Один от этого зомби, а другой от этого. Обнаружено. Командир. Прыжок. Так, ну-ка, пока не будем лечиться. Вот так, еще раз. Промазал, это хорошо. Ай, эти штуки сопли мне не нравятся очень. О, да, так, ладно, давайте подлечимся. Хотя, может быть, не обязательно это было делать. Давайте еще раз его ударим. 131, нормально. Сейчас попробуем его дожарить. Так, вон выползает второй зомби. Так, во-первых, давайте подлечимся. Так, ну ладно, пока так оставим. Попробуем поджарить его. Надеюсь, ты умрешь. Скорее всего, нет. Может, меня убьют с ним. Ну, не меня убьют, а в смысле подобьют вместе с ним. Отлично, один готов. Так, и сейчас, видимо, отсюда кто-то выползет, нет? Надеюсь, что никто не выползет. Так, давайте сделаем себе такую защиту. Так, и немножко издалека в них постреляем. Отлично. Так, чем бы мне тебя еще покалечить? Так, избавились мы от зомби. Миньон. Они глупые очень. Ну-ка. Так, ладно, теперь давайте полетим к нему. Может, это будет не совсем сложный босс. Может, даже легкий. Все зависит от меня. Так, еще одна. Летать можно, залетаться. Так, встанем так поудобней. Блин, я бить-то уже мне нечем совсем его бить. Прыжок. Так, ладно, ставим балку тогда. Так, и главное не лохануться. Ну-ка тут спрячемся. Блин, повылазили. Отсюда, блин, повыползали. Да, сэр. Ну-ка, если я их затравлю. Огонь. Блин. И чё толку?
Я хотел этого босса нашего затравить. Не попал. Ау, да, сэр. А, я опять, ну-ка, сейчас. Вот. Сейчас нормально затравим. Тут спрячемся. В принципе, мне кажется, не сложный босс. Если все делать правильно, то это очень даже легкий, я бы сказал, босс. Прыжок. Так, а что я... Ну-ка, может быть, его еще травануть? Хотя, блин, я так не достану. Нет, у меня другой вариант. Давайте бить вот этих. Не, да всем чем угодно, давайте вот этим. Готовый? Блин, они опять вылазят. Ладно, давайте тебе еще траванем, наверное. Ну, совсем немножко его осталось. Еще один раз потравиться. Да, это был последний раз. Так, у меня есть сюрикены. Давайте попробуем сюрикенами добить. Ну все, осталось только этих миньонов гадких убить. Я думаю, это будет непроблемно. Пока что останемся тут. Ух ты, блин, опасно. Очень опасно. Так, а что я бы сделал? Давайте попробуем добраться. Так, во-первых, начнем с тебя. У меня же есть сюрикены. Так, один готов. Блин, ну это я лох буду, если умру. Я думаю, это его точно должно добить. И идет обратный отчет, ребят. В общем, всем, кому понравилось видео, можете поставить палец вверх, также подписаться на мой канал. Подожди, это не последний, что ли? Это не последний был. Я додумал, он последний был. Вашу ж мать, мы сейчас можем лохануться. Да я уж обрадовался такой. Так, ну сейчас, я думаю, мы навряд ли лоханемся. Это должно его добить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, ребята, и мы с вами продолжим. А, побеждать злодеев. Давайте на стену разместим. Так, отлично. Это был легкий босс. Я бы сказал. О, новое достижение. Так, 50 и 70. Отлично, мы сейчас с вами, знаете, что еще сделаем? Так, где мои достижения? Вот, награда. У меня появилась награда, можно что-нибудь взять. Я предлагал, нам надо по-любому вот это силовое поле, поэтому изначально мы ледяной орб выберем. Отлично, давайте расскажем друзьям. Это будет крутая штука, потому что следующим я хочу взять силовое поле. Это по-любому нам надо взять, сделать. Следующая награда через 975. Ну, я думаю, мы неплохо поиграли. Давайте сейчас... Кстати, где мой орб? Надо бы его в коллекцию взять себе. Вместо кого? Вместо... Блин, ни от чего неохота отказываться. Я бы вместо тебя, бы, наверное, взял. Да. Пускай так будет. В общем, ребят, всем до скорого. Увидимся в новых сериях. Всем удачи, ребят, всем пока-пока.